Добро пожаловать на день рождения пиццерии Олео! Подарок достанется тому, кому будет самая красивая улыбка. Спасибо большое. Получайте, пожалуйста, подарок. Скажи, пожалуйста, ты кого больше любишь? Маму, папу или соседа? Маму. Ты папа сказала? Маму. С ума сойти, что у нас сегодня происходит? Я люблю маму! Да, да. Твоей маме 33, симпатичная. У тебя песню группа «На-на» написала. Файна, файна, да? Да. Ты готова? Да, поеду. Точно готова? Ты подготовилась, да? Я хочу историю рассказать. Игорь Чирк, букву «А» на одном дыхании. Ты меня правильно поняла? Выиграю этой девочке. Слишком много у нее подарка сегодня будет. Самый высокий действующий вулкан на территории Италии. Этна! Я вас поздравляю! Нет, это для дяди и тети конкурс. У вас другой конкурс будет, практически позже. Кто следующий подходит? Ничего мы с ней такого не делаем, всего лишь кормим. Представьте, что вы замужем за пиццерией Олео. И сейчас вам в рот будут давать пиццу. У животных в брачный период это как называется? Пиццерия Олео! Великолепно. Конечно, он большой. Естественно, какой же он должен еще быть? Можно уже пробовать. Ингредиенты, прошу. Маму маслина там? Есть! Попадание в десяточку, аплодисменты. Иди, пей водку. Ваня, а ну стрельни. Пиццерия Олео. Ты спрашиваешь меня о чем-то? Вот она здесь. Можешь что-то попросить у папы, но он обязательно это сделает, потому что это снимается на камеру. Думай хорошо. У тебя 5 секунд, чтобы придумать. Кофе! Какой? Уточни. Они разные. Первый, второй, третий или седьмой? Первый. Спасибо, пожалел папу. Идите, папа, все. Все, нет, молодежь. Получается эксклюзивный подарок. Поцелуй от рядом сидящей девушки. Цезарь, проводите с поцелуем. Может, это ваша судьба? Почему вы 2 цветочка ей дали? Цезарь, дайте 3 цветочка. Кто из вас принесет первый предмет, не то, что я назову, на этот стул, получит 1 балл. Друг друга не бить и не матершиниться. Хорошо, принести пару женских туфлей. Спасибо. Я хочу немного больше, как бы. Вот видишь, не знаешь. А твой папа знает. Принеси автомобиль. Шучу. Там много бабушек и дедушек, а еще он белый. Нет, это не дом престарелый. Внимание. Пицца! Я уже хочу предложить вам съесть всю пиццу. Но я не хочу ее видеть обработанную. Я давно ем пиццу. Я вообще профессионал. У меня черный пояс. Поехали. Молодец, Ваня, хорошо сказал. Так, Ванечка набил рот и пытается это все разжевать. 1, 2, 3, 4. Ешь пиццу! Он уже практически слопал свои 2 кусочка. Он засунул их себе за щеки, похож на хомяка. А мы сменим всем участникам самый главный кубок чемпиона. Твои пожелания как от звезды, как от чемпиона. Прошу. Чтобы у нее каждый раз все вкуснее и вкуснее была пицца. Хорошо.